Зачем вы это делаете? Да заткнись ты! Руки вверх, я буду стрелять! Окей. Здравия желаю. О, Лилия, каким ветром тебя сюда занесло? Здравия желаю. Да так, я тут чей-то ор услышала, думала, что это немцы. Лилия, помоги мне. Что? Да, Лилия, это я, Злата. Стоп, а вы что, знакомы? Да. Злата, что? Я что? Злата, я ненавижу тебя. Но почему? Что я тебе сделала? А типа ты не помнишь. Из-за тебя и твоего предательства я чуть не умерла тогда. Помнишь, как ты присоединилась к моему врагу? Помнишь, когда она заставила тебя кинуть в меня камень? Он попал мне прямо в голову. И из-за твоей тупости я лежала в коме и чуть не умерла тогда. И твоя подружка кинула в меня осколок стекла, который чуть не попал мне прямо в глаз. И мне потом долго пришлось восстанавливать свое зрение. Прости меня, Лилия, хотя мне уже нет прощения, ты меня не простишь. Ай! Лилия, с тобой там все хорошо? Ты ранена? Нет, просто царапина. Хорошо, я помогу тебе обработать рану. Спасибо. Наши приехали уже. Ну все, Злата, тебе конец. О нет, они приехали. Злата, это за тобой приехали, тебе конец. Ну и где эта предательница? Мне сообщили, что она находится здесь. Боже, я не думала, что в этой машине будешь именно ты. А вон и предательница стоит. Оставьте меня в покое. Злата, я не желаю тебя видеть в форме, которую ты купила на базаре. Тебе необходимо переодеться сейчас же. Да как? Да вы не имеете права. Я вас всех ненавижу. Я убью вас. Вы не имеете права меня трогать. Я вас ненавижу. Ненавижу! Вы не имеете права со мной так обращаться! Я сказала делать то, что я тебе говорю. Как ты смеешь не слушать меня? Я тебе сказала. А ну быстро ее переодели. Понятно, я не хочу видеть ее в такой форме. Немедленно! Я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Воу-воу-воу, комбат орет, разорванный рот.